все задачи руководителя вытекают из задач самой организации. А это подготовка спортсменов в спорте высших достижений, это военно-прикладные виды спорта, чтобы они были не оторваны от сотрудников и военнослужащих учредителей БФСО «Динамо», то есть чтобы и они могли на базе «Динамо», используя потенциал «Динамо», инструкторов тех же, да, тренеров, повышать свой уровень профподготовки, в первую очередь для чего, в принципе, и существует общество. Спортсмены «Динамо» – это олимпийцы, это чемпионы, это победители. И недаром есть очень хороший девиз «Динамо» – «Динамо – это сила в движении». Вот это вот движение мы будем продолжать, мы придадим обществу с помощью всех наших учредителей новый виток движения, развития. Мы постараемся обратить внимание особенно на наше молодое поколение, на детский спорт. –